Да посмотрим в конце, какая получится. Теоретически можно до 3 мм. Вот смотрите, 3D вот в обычной русской графике. А как же макеты делать? Это уже готовый макет был нашего инженера, он его перенес в нашу программу и отправил на макет. Обычно это 3D Max программа. Для подготовки такого уровня. И он понимает 3D Max, получается? Он понимает все 3D файлы с разрешением STL. Это стандартные. Да. Okay.